И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и сегодня мы вместе с вами пройдем эту карту под названием Death Runners Volcano Island. Какое маленькое, коротенькое название у этой карты. И, ребята, то, что я знаю про эту карту, это то, что мы будем внутри гигантского вулкана, и нам нужно будет подняться наверх, и будет просто куча и вообще гигантское количество ловушек, которые будут нам мешать и не давать пройти до самого конца, и нам нужно как-то, короче, мы увидим, потому что я посмотрел буквально, может, одну минуту геймплея этой карты, чуть-чуть, ну, чтобы увидеть, и мне понравилось, поэтому сегодня мы пройдем полностью эту карту, я надеюсь, я ничего не знаю, кроме первой минуты игры, и давайте посмотрим, в эту карту можно играть, кстати, либо одному, либо даже аж с тремя другими друзьями, то есть вчетвером, если мы наберем, ну, не знаю, возможно, 10 тысяч лайков, я поиграю с кем-нибудь в эту карту, ну, если она вам понравится. Хорошо, здесь у нас куча настроек, которые можно применять с друзьями и так далее. Давайте посмотрим, включить комбат, ну, это как бы PvP. А, это disable, enable. Ну, как бы, мне-то пофиг, я один играю, окей, хорошо. Jump boost выбран, я так понял. Одно сердце. О-хо-хо-хо. Это слишком хардкорный мод. Можно мне его вернуть обратно? Во, нет. Во-во-во-во. Одно сердце, мне кажется, это слишком хардкорно будет. Возможно, потом мы так поиграем, но пока нет. Night Vision. Включим. Jump Boost. А можно выбрать разные Jump Boost. Давайте выберем. У меня какой? Первый? Второй? Или третий? Какой все-таки выбрать? Oh. Don't Remove. Protection... 10 тысяч, нифига себе, окей, хорошо. Давайте выберем Jump Boost 2, это что-то среднее, я честно не знаю, на что он влияет здесь. Ага, нет, это типа сложность самих ловушек, потому что это как Death Run, здесь будет дофига ловушек и так далее. Давайте Normal, я не хочу Easy, это слишком легко, это слишком легко для меня будет. Так, Important Info, да, здесь нам что-то объяснят. Не вставай... не вставай на блоке с травой, они тебя убьют мгновенно. Хорошо, я понял. Осторожно с андезитом, иногда это ловушка. Окей, хорошо, будем знать. Хорошо, земля с травой и андезит. Будут чекпоинты, где ты можешь сохранить твой прогресс. А вот это фейковый чек... Ага, посмотрите, то есть у этого блок, не знаю, блок железа, наверное. Ну, короче, нам нужно искать чекпоинты, где блок золота под золотой плитой. Все, я понял, я в принципе больше... Я хочу играть уже, друзья, здесь слишком много... Так, этому посмотрели. И начинаем игру. Ребята, ссылочка в описании есть. Ух ты. Ну да, прямо так, как я видел. Так, хорошо, Clouds отключаем. Высокий вулкан. И нам, по идее, нужно дойти до туда... Не знаю, мы это увидим. И погнали, ребята. Так, окей. Что же мы можем сразу заметить? Пока что мы видим такие, как извержения. Я не знаю, это типа такие маленькие мини-кратеры, которые извергают лаву. Ой-ой-ой, Майнкрафт, пожалуйста. Давай нормально. Давай вот. Все. Так, хорошо. Что ж, лава, ну, это понятно. А здесь нужно уже смотреть. Вдруг тут есть андезит, потому что, посмотрите, здесь все блоки Майнкрафта. Всякие руды, камни и так далее. Хорошо. Кстати, Jump Boost. Нормально. Ага, ну нам, по идее, туда. Кстати, если бы я не взял Jump Boost, как бы я до сюда прыгнул? Ну, то есть, или я бы взял... это что еще такое? Ну-ка. Это кто? Окей. Окей, хорошо, давайте посмотрим, что происходит, что мы видим. И нет никаких звуков здесь, ни музыки, ничего на этой карте? Нет, походу, нет. Хорошо. Я планирую пробежать по этому краешку прямо сейчас. Как я выжил? Что происходит? Почему теперь? Я только спросил, у этой карты нет звука, и теперь какая-то жесть вообще происходит. Окей, там у нас молния бьет. Здесь у нас стена. Нужно выбрать идеальный момент, чтобы прыгнуть, потому что она рандомно появляется. Давайте вот сейчас. Окей. Начинается, друзья. Первая моя смерть. Отлично. Погнали. Хорошо. Мне будет какую-нибудь скорость, но у нас только Jump Boost и Night Vision. Хорошо. Неплохо. У меня Майнкрафт именно вот в этой зоне из-за лавы очень так хорошо подлагивает. Поэтому... Ладно. А как вот эту фигню пройти не... Может...
Я без понятия, что это такое, как это работает. Может, нужно прыгать? То есть, прыгнул? Прыгнул? Окей, хорошо. Не знаю, но мне все равно сносит три сердца. Сейчас! Есть! Найс. Нужно просто просчитать момент и прыгать, когда стена уже включена. Так, это что? Тут молния только что била. Ой, что-то происходит. Уже так, окей, хорошо. Что это делает? Это ничего страшного? Ладно. Андезит, надо осторожно. Это андезит вроде бы. Окей. Или я уже забыл, как андезит выглядит. Так, окей. Прыгаем сюда, я так понимаю. Что это такое? О. И она нас Давай, давай. Я понял, в чем прикол. Это ловушка, друзья. Черт, я был уверен, что я смогу долететь. Нет, там невидимые блоки, которые вам не дают просто вылететь из квадрата. И вы просто летите вверх, а потом тупо вниз и умираете. То есть оттуда никуда допрыгнуть, долететь не получится. Ну окей, хорошо, будем знать. Нужно просто запоминать все ловушки и не тупить. Как это пройти, друзья, вот это вот, без урона? Вот если бы я выбрал одно сердце, вот как это пройти? Я не понимаю. Окей, прыгаем, сейчас. Черт! Очередная карта, которая меня просто взбесит. Я буду кричать, орать и стучать по столу. Хорошо, ладно. Главное держать спокойствие и не тупить. Ой, как у меня здесь лагает. Хорошо. Хотя пишет 200 FPS, но как бы из-за... Ну, короче, пофиг. Так, как это работает? Может, вот с той стороны, может, как-то вот надо перебежать туда? И тут типа... точняк, это было вот так. Окей, я понял. Так, теперь сложно. Они рандомно появляются, никогда не знаешь. Изи. Не потратил ни одного сердца, так. Есть, найс. Так, эти штуки ничего не делают. Андезит мы не видим. Ну да ладно. Так, а здесь нужно пробежать каким-то... это чекпоинт? Окей. Есть. Так, чекпоинт это настоящий чекпоинт. Найс. 3 смерти пока что. Неплохо. Потихоньку Нет. Не может быть. Я ненавижу прыгать вот по лаве вот так вот. Когда она такие маленькие треугольники вот эти вот оставляет, она всегда меня задевает. Прям всегда. Вон там какой-то есть блок. Почему он фиолетовый? Или мне кажется? Ладно, неважно. Другого пути я не вижу, как... Нет. Ладно, чекпоинт. Изи чекпоинт. Но хотя мы все равно играем на смерти тоже. Я хочу пройти карту как про. Вы же понимаете, что? Так. Окей. Ау. Потушись. Не гори, Кейн. Да черт возьми. Ладно, я понял. Все. Так, давайте сначала вот сюда. Теперь я хочу сразу на верхний. Плохая идея. Хорошо, значит, давайте тогда вот сюда. Теперь вот сюда. Теперь вот... Так, а теперь как? Окей, спуститься на один. Это будет невозможно. Так, есть. Теперь подхожу сюда. И... Ну, как смог, неужели я сгорю, пожалуйста, вода, где-то есть вода, о боже мой, пожалуйста, не гори, подожди, черт, да как это пройти-то тогда? Так, окей, я слишком много блоков задел. Так, давайте прыгнем вот сюда. О, вот это было сейчас просто элитно. Видали, как быстро я это прошел? Ладно, окей. Это еще... О, черт. Что делают, интересно, эти наживные плиты? Кто знает? О, можно подсмотреть? Нет, нельзя подсмотреть. Хорошо. Ну, давай попробуем. Я такой думаю, мне дали скорость, круто. Возможно, они такие плохие, эти штуки. И потом просто улетел с платформы, с вулкана. Так, как я это делал как профессионал? Вот так. Теперь вот так. Смотрите, как реально про я прям чувствую. Так, окей. То есть.
Осторожно. Потому что скорость слишком большая. Нужно прыгать, а потом двигаться. Прыжок и двигаться. Нет! Я случайно не отпустил кнопку вперед. Черт. Ну, слушайте, пока что я не злой. Пока что мне очень нравится карта. И пока что я, ну, нормально. Смотрите, вот так все нормально получается. То есть это вот сюда. Теперь вот этот мега-прыжок мой. И найс. Так, делаем прыжок. Прыжок вперед. Главное вовремя отпустить кнопку вперед, иначе будет очень плохо. Так, все. Уйди скорость, уйди. Фу, брысь. Так, окей, что мы видим здесь? Окей, наковальня. Вылетел из головы, что нужно еще было подождать несколько секунд. Черт, 10 смертей уже. Не может такого быть. Кейн не профессионал? Не может быть. Осторожно. Найс, так. Погнали еще раз. Прыжок вперед. И найс. Теперь ждем. Не двигаемся. 5 секунд ждем. Так, смотрим. Мы сейчас пойдем вот сюда. Здесь куча на... Они падают на рандомные блоки, что ли? Ну-ка дай... Не понимаю. Походу просто нужно будет на удачу идти. А, опачки. И все фейковые. Вы что думаете, я глупый? Вы что думаете, я не посмотрел правила вначале? Вы что думаете, я глупый? Окей, так. Угу. Ох-хо-хо-хо. Так. Они не перестают падать, смотрите. Вообще полностью рандомно. Это будет жестко. Так. Походу здесь нужно просто бежать на удачу, потому что они просто на рандомные блоки падают. Погнали. Удача на... Удача на моей стороне, хотел сказать. Ну, окей, хорошо. Походу, не настолько на моей стороне. А что это за молния? Меня она не тронула. Ну ладно, хорошо, не будем задавать вопросов. Пожалуйста, не догори. Но не умирай. Ну окей, ну пожалуйста. Ну окей. Так, ладно, все, хватит. Раз, два, три, изи. Я прошел через наковальню, просто потом я не понял, куда там надо. На вот этот блок, походу, а потом я фиг знает, ребят, вообще ничего не знаю. Я пытаюсь по-другому пройти. Ладно, не надо, давайте прыжок вперед. Найс. Прыжок вперед. Отлично, я научился реально двигаться с такой скоростью. Так, да, я думал, она кончится. Это только первый чекпоинт, друзья. Я не знаю, насколько длинная эта карта. Повторюсь, я видел только первую минуту этой карты, которую мы уже прошли. Я дальше без понятия, что там, где там, куда там, почему там и когда там. Можно как-то побыстрее это пройти? Меня бесит. Меня бесит эта скорость. Все, ждем, друзья, ждем. Так, после наковален, куда там нужно прыгнуть? Походу, реально на блок обсидиан. Да не может быть. Видите, там блоки появляются и исчезают. Это будет... О, нет, это будет тот самый паркур, который... Ну, тот самый с исчезающими блоками. Так, чекпоинт, пофиг. Ну и повезет ли мне два раза подряд? Как вы думаете? Я думаю, нет. Так, после вот этой бежим. Найс. Так. Окей. Я почти прошел. Так, ладно. Опять же, повторюсь, пока что я не злой. Пока что карта мне очень нравится. И я получаю от нее удовольствие. Пока что... Нормально. Но хотя уже 14 смертей, надо уже поторопиться. Фух, успокойся, Кейн. Не надо так делать. Ну, ребят, я не знаю, как это контролировать. Я не знаю, я хочу побежать. Я не могу ждать. Просто я не могу стоять на месте несколько секунд и ничего не делать. Меня это обесит немножко. Так, ладно. Все, сосредоточились. Я хочу дойти уже до следующего чекпоинта. Все. Меня это уже бесит. Этот уровень, это лава здесь. Нет.
Нет, нет, нет. Ты не умрешь сегодня, Кейн. Ты не умрешь. Так, погнали. Прыжок, 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 прыжок. Найс. Фух, опять то же самое. Так, так как я не люблю стоять на месте. Давай, убирайся. 2, 3, 1. Все, отлично. Так, теперь идем туда. В принципе, здесь можно просто смотреть наверх и видеть, куда они падают, но все равно сложновато, потому что, как бы, пофиг, побежали. Этот настоящий? Он настоящий! Найс, 17 смертей, второй чекпоинт. Так, как тут у нас это работает? Окей, понял. Ну, это был тест. Хорошо, протестировал, понял. Так, куда? Вот сюда. Так, да... Издевательство какое-то. Так, все. Погнали. Раз. Почему эта карта меня так ненавидит? Так, ну-ка. Надо прыгать. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6, лестница, найс. Теперь то же самое, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Най, фейковый чекпоинт, осторожно. Что? Как? Это было элитно. Надеюсь, мне не придется проходить это заново. Где андезит? Я боюсь. Андезит может быть ловушка. Нет. Вот. Вот оно. Вот весь андезит. То есть здесь... А как? Что делать теперь? А, вот у нас здесь есть рандомные другие блоки. Так. Окей. Фух. Хорошо. Один из этих блоков может быть ловушкой. Я не знаю, это андезит или не андезит. Давайте просто... Хорошо, мне повезло. Потому что здесь по-любому что-то плохое есть. Я слышу лаву там, она булькает где-то внизу. Окей, хорошо, так. Какая ловушка может нас ждать здесь? Чекмой настоящий... Нет, не настоящий опять, черт. Ладно. Попали в ловушку. Окей. Фух. Вот этот андезит, вы можете видеть. Это как паутина, и вы проваливаетесь вниз, и фиг знает, куда вы падаете. Там, я не хочу... Нет. Вы меня не поймаете. Так. Йоу. Окей. Что это? Как это работает? Как мне это пройти теперь? Рандом. Погнали. О боже мой. Да запрыгни ты. Так. Так. Ребят, я не понимаю, что я сейчас делаю, но я это делаю. Видели, как? Я не знаю, возможно, это было легко вообще само по себе, но я это только что прошел с первого раза. Возможно, это сложно. Но я это прошел, я сделал чекпоинт, все, мы никогда больше не вернемся в то место. А это еще там Опять. А теперь-то я уже не выберусь. Так, ну и посмотрим, как эта ловушка работает, что она делает. Понятно, я так и знал, лава, да. Ну, я это угадал, друзья. Я не видел, я не знал, как это работает. Я предугадал. Так, хорошо, поняли. Андезит. Андезит мы не любим. Чешуницы какие-то. Что они делают? Это что? Это можно мне сюда? Что, простите? You win? Что? Эх.
Я ничего не понял, что сейчас произошло. Окей, туда мы... Или может нам все-таки и надо туда? Не трогайте меня. Так. Ой, какие лаги-то здесь, боже мой. Так, хорошо, что у нас? А, да, нам походу сюда и надо, потому что, погодите. А, ну можно было допрыгать, а можно было и сюда. То есть, как бы телепорт... Непонятно, странно, окей, не понял. Здесь у нас фейковые чекпоинты, я вижу, да. А тут у нас небольшая ловушечка, небольшая, со стрелами, да. Да это что сейчас было? Что я сделал? Что это было? Да, опять. Стоп, я не понял, меня какой-то был... Возможно, я наступил на какой-то андезит, который не как паутина работает, а работает как телепорт. Не понял, ничего не знаю, хорошо. Пока мы идем дальше. Я не знаю, насколько длинная эта карта. Не знаю, сколько времени мы тут будем тусить. Не знаю, придется ли мне разделять ее на две части. Фу, наконец-то. Так, окей. Ну, пока что 24 смерти. И пытаемся, друзья, вместе с вами. Я наступил на блок с травой. Там была трава. Меня никто не предупреждал о траве. Вы что? Это ложь. Это ложь. Дайте мне запрыгнуть в телепорт. Спасибо. Так. Окей, мы теперь знаем, что... Блин, это дебильные эти. Обычные стрелы. Я просто через них еще не прошел. На что... Ага, видите? Как бы заметно. Так, ну погнали. Вот видите, насколько это было легко? А я тут туплю. Так, ну мы поняли, что сюда мы не наступаем. Окей. Хорошо. Будем знать. Да. А что я сейчас-то сделал? Я не... Так, окей, все, карта начинает меня злить. Не трогайте меня. Так, все, хорошо. Идем сюда. Тут у нас нормально все. Фейковые чекпоинты. Может, вообще даже дотрагиваться до них нельзя. Откуда я знаю, на какие блоки тогда прыгать, если меня все телепортирует? Видали? Видели, что сейчас произошло? То есть, меня вообще какой-то рандомный блок телепортирует. Тогда какие блоки мне нужно не трогать? Я не понимаю. Может, блоки с травой? Вообще любые блоки с травой. Хорошо, давайте действовать. Так. Так, здесь мы не пройдем. Здесь блок с травой. Ага. Так. Вот. У нас идеальное место для прыжка вот здесь. Потому что иначе мы головой ударимся обо что-нибудь. Так, отлично. Есть. Теперь можем идти вот сюда. Так, здесь у нас трава. Почему меня никто не предупредил о траве? То есть как бы я узнал? Так, это начинает меня немножко бесить. Здесь начинает уже что-то идти не по моему плану. Так. Вот бы дойти до следующего чекпоинта, было бы так круто. Стрелы вообще ни о чем, они не могут меня убить. Они реально, кстати, не могут меня убить. Так, окей, все, забыли про несчастье, только позитивная энергия. Так, хорошо. Как я тут... Все это сюда, здесь трава. Так. Я тут могу пройти? Я не понимаю, как это работает. Я честно не понимаю, какие блоки меня телепортируют. Я не знаю, что они от меня хотят. Но это даже не так сложно и выглядит на самом деле. Просто нужно пробовать, а в итоге пройдешь. Но что-то как-то неприятно, знаете ли. Что не понимаю. Ну ладно. Я без понятия, по каким блокам прыгать, друзья, вообще не знаю. Ладно, будем прыгать по блокам, по которым мы уже прыгали. То есть вот этот мы знаем, что нормально. Мы знаем, что нормасик. А потом... Окей. Допустим. Так, скажите, что тут меня ничего не... Все, хорошо, отлично. Фу, мы выбрались, так, и что? Я
Я ненавижу эту карту. Так, хорошо, хорошо. Неужели это конец? Неужели мы выбрались? Неужели я прошел карту? Так быстро. Ну, как быстро? 30 смертей, но... Но, как бы, блин, на самом деле, если это конец, карта такая маленькая, и мне будет так стыдно пройти ее с 30 смертями. Это очень... Очень неприятно. Так, как мы тут прыгали? Мне нужно запомнить те же самые блоки. То есть, стоим вот сюда, прыгаем вот сюда. Потом мы идем вот сюда, прыгаем вот сюда. И теперь идем наверх. Так, опять на что я наступил? На что я наступил? Можно идти только по тропинке. Наоборот, нельзя наступать на обычную траву. И только сейчас до меня это дошло. Ну ладно, бывает. Так, здесь меня сейчас что-то убьет по-любому. И там... Неужели это конец? Неужели карта такая маленькая? И в нее можно играть с четырьмя... Так, что тут? Найс. То есть, окей, фу, мы прошли, друзья. Найс, мне понравилось. И я понял, это курс, это как бы просто на не на время, а на количество смертей. То есть посоревноваться с друзьями, кто пройдет первый. И можно выбирать одно сердце. Поиграть с кем-нибудь. Но с одним сердцем челлендж такой. Как вам такая идея? Если мы, ребят, наберем 10 тысяч лайков. Или сколько я говорил в начале? 5? Давайте 5. 10 тысяч я загнул. У нас канал уже старенький. И, ну, я думаю, 5 тысяч мы сможем набрать, друзья. Окей. И с одним сердцем будет очень-очень хардкорно и очень весело поиграть. Поэтому, друзья, да, на этом мы закончим. Веселая-веселая карта. Если вам... Стоп. Меня об этом предупреждали в самом начале. Я совсем забыл про траву. Я только помню про андезит. Я думал, что нас оповещали только андезить, а трава это была рандомной. И я всю карту говорю, а как я буду знать, что меня телепортировали? Меня телепортировала трава, и это было написано здесь. Окей, с вами был Кейн. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте колокольчик, комментарии. И всем пока.